В МЧС России проходит большая реорганизация. Теперь в ведомстве будет меньше начальников, зато больше спасателей и пожарных. Об этом руководителям краевых СМИ рассказал начальник Южного регионального центра Игорь Одер. Дело в том, что число региональных центров МЧС значительно сокращается. С 8 до 4 по принципу военных округов. Так, Северокавказский центр присоединяется к Южному федеральному. Вместе с ним и Главное управление МЧС по Крыму и Севастополю. Как объяснил Игорь Одер, эти нововведения обеспечат быстрое реагирование на различные несчастные случаи. Будут укреплены подразделения непосредственно реагирующие. То есть идет такая совершенствующая система управления, на мой взгляд, совершенно логичные шаги. И они сопровождаются таким интенсивным оснащением техники, вооружения, авиационных технологий, робототехники и все другое. Это все поступает сегодня на вооружение. В ближайшие годы в центре появятся аэромобильные группы, которые будут перемещаться в другие регионы для оперативной ликвидации ЧС. Как прозвучало, в Южном региональном центре будет числиться 32 тысячи сотрудников. При этом начальники, попавшие под сокращение, не лишатся работы, а могут занять другие должности. Тамара Годомская и Александр Лукьяшко, АТВ Ставрополь.